Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района. Глава государства был проинформирован о проводимой работе. На наших освобожденных территориях реставрируются и заново отстраиваются религиозно-культурные памятники, разрушенные врагом в период оккупации. Один из них – мечеть села Дашалты. Фундамент мечети Дашалты был заложен 7 ноября 2021 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой. В настоящее время в мечети, вспомогательных постройках и подпорной стене продолжаются железобетонные работы и каменная кладка. Строительные работы планируется завершить во втором квартале 2024 года.